Так, друзья, здравствуйте, здравствуйте, уважаемые сторонники сопротивления, все сочувствующие. У нас сегодня трагический день, потому что мы начинаем сразу с атаки на нашу базу. И в целом трай, конечно, такой уже запущенный, я бы его так назвал. Здравствуйте, Хавир, Бузи-Вузи, Холли Флауэр, Мономах, Видолец, Аспирант, Сати Ютон даже здесь, Олд Сейлор. Вау, Дволин переподписывался, да. Короче, я почему-то думаю, что сегодня трай закончится. Фриказоид говорит, осознал, снизошло озарение, своими подсказками лишайся просмотра. Чем быстрее ты пройдешь, тем меньше будет смерть любимых шоу, ты и на бас, удачи. Спасибо большое. Вот, короче, нас напали. На нас напали, миссию я эту помню смутно. Нас обстреливают. Обстреливают вот такие... Охренеть, Мэг. Да, мне это не убить, короче. Мне нужно добраться через врагов. Заложите заряд на обратной стороне турели. Снимите бомбу, что уничтожит мобильный генератор. Всех врагов уничтожить. Слон, привет. Крит в помощь. Да какой тут вообще что? Тут никто не поможет мне. Я специально эту миссию отложил. Вот, если коротко, последние несколько месяцев я уже начинаю скипать миссии, получаю слишком много ранений, у меня уже есть план на следующую игру. Это будут, наверное, 5 специалистов топовых в качестве человеческой основы. Им будут помогать гранатометчики. Видолец говорит, все получится, как говорится, в добрый путь. Да-да-да, в добрый путь. Но основу я собираюсь сделать просто искры. Просто я собираюсь, как слон в свои лучшие годы, когда он был таким танководом, пытаясь пройти Гринфог. Не знаю, получилось, не получилось, Но у него было несколько заходов, слон не даст соврать. Он фанат танчиков. Не то чтобы фанат танчиков, но там другого пути в той версии было сложно найти. Ну, чтобы вы в миссии выполнять. Вот. Короче, смысл в том, что мэки — это наше будущее. Роботы захватят, и роботы победят в следующем, последнем победном трае. А сейчас... Сейчас надо просто с улыбкой на лице... попытаться. Вот что мы с этим мэком делать? Капец, 5 брони, блин. Я его захвачу и не убью просто. Буду 2 хода его всеми вместе убивать. Делаем разведочку. Давайте сразу бегом. Бегом и погнали, вы не поверите, бегом. Бегом. Maximum range. Я собрал всех лучших бойцов, которые у меня в этом трае есть. Ну, прям лучших-лучших. Твою же шметь. Элитка. Но... Понимаете, да? Вот, мэки хороши всем. Первая же искра, которая у вас появляется, она даст фору любому человеку просто, любому. По совокупности признаков... По броне, по мощи оружия, по мобильности, по наличию гренок. И что у нас тут? Ну, нам бы еще босса не хватало, правильно ведь, друзья? Боги возвысили меня. Ну, я уже бы задрался их убивать. Может активировать режим наблюдения в конце, дает меткость и добивает. Меньше урона взрывчатки. Заступники наносят больше урона. У меня здесь заступника, кажется, нет. Кажется, нет. Да иди к черту, пес. Но он выглядит менее опасным, чем Мэг. Тот последнего тира. Тварь, мразь. И где он сейчас? Подожди, это ж... О, целостность мстителей уже нарушена, посмотрите. Что, сектопод? Ё-моё. Я вас не видел 4 года. Что, блин? Что, блин? Что, блин? Что, блин? Что? А чё началось-то? Я не понял. А как ты попал вообще? Знаете, я не хочу вообще эту миссию играть.
все вырубай, да? Ну, посмотрите на этого робота. Вы посмотрите на него. Вы посмотрите на него. У него 7 единиц брони. Или 8. 8. 8! Мать моя женщина. Мать, перемать. Ну что я могу сказать? Я вертел. Слушайте, а как избежать этой штуки? Почему он на нас напал? Потому что прокачался достаточно высоко, да? Атака Мстителем. Ладно, блокируем, берем под... Через 5 часов махер утирает пояс солдат. Да как тут убить людей? Вы что, вы видите вообще, что происходит? ЕМП надо. Да, сейчас у нас есть ЕМПшка у второго медика. Ну, в смысле... Да попробуем захватить, конечно. Я начинаю с мелочи захватить, но эта мелочь как бы тоже мне может очень сильно помочь. Капец у вас там. Ну, это адвент, а чё? Ой, захвачено. Берсерк, Мэг. Да ну, страшно, врубай. Просто посмотрите в этот правый верхний. Да, Михаил. Да, 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 да. Ну, смотрите, раньше денег, больше миссий выполнять, чуть-чуть выполнять ресурсные миссии. Для этого как раз мэки мне и могут помочь. Сократить вообще количество ненужных людей, типа ненужные там... Оставить только ниндзя, специалистов, гранатометчиков, все. Остальное забить мэками, выстроить армию роботов и захватить этот мир. Блин, я вертел. Как это захватить, капец? Вы что, издеваетесь, что ли? Что это такое? Тут еще какой-то мутон фиолетовый. Два мэка, ёпрст. Какие два мэка? Тут три мэка. Сектопод, ёпрст. Что? Сколько? Какой урон? Я не вижу, что я нанесу вообще по нему урон. У меня бронебойный, но как бы он только две. Два щита пробьет. И еще босс стоит тут как бы на всякий случай. Да вы издеваетесь, ну как это выиграть? Как это выиграть? Это даже не смешно, у меня смех как защитная реакция. Сколько клеток надо подойти? В идеале 6-7. Ладно, погнали, я вижу овер. Ни хрена ж себе у тебя урона, тварь. Не дошел клеточка. Это даже не близко будет, понимаете? Даже не близко. Что это? Борьба за выживание? Я зря их спровоцировал. Видалец говорит, по доброму пути в светлый мир, вечная память солдатам. Да, да, да. И тут как бы... Я настолько позади вот в этой миссии. Так, а что по блоку там? Сверхтяжелый мэк. Меня немножко сектопод напрягает, он навис надо мной. Недобро. Блин, как это убивать? Никак ты это не убьешь. Оставим этот сейф. Начинаем заново. Не, ну, там... Я сектопода ковырять. Подождите, а как он прилетел? Почему он прилетел? Мы же слишком раскачали мы этого. Chosen. Так, какой вывод? А, вывод, что следующего трая мы точно пройдем, потому что, ну, я так далеко зашел. Где-то процентов 30 игры прошел уже. А, я хочу выбрать фракцию... Под роботов. Что подойдет под роботов? Под роботов подойдут заступники по одной простой причине. Я собираюсь рашить зону испытаний, я собираюсь рашить искр. Все деньги буду пускать не в лазерное оружие, не в броню хищника, а в формирование армии роботов. Видалец говорит, как попасть в состав сопротивления? Ты видел, что их ждет вообще? Ты куда вписываешься вообще? Они тебя сожрут просто. Это...
Добрый день, спасибо за стрим. Подскажи, пожалуйста, как называется мод на цвета эмблем напарников? Сейчас, друзья, показываю последний раз список модов. Оп, готово. Не обращайте внимания, если у вас кот орет, это ничего страшного. Вот, для роботов лучше всего специалисты. Почему специалисты? Потому что они лучшие саппорты. Они могут кинуть протокол помощи, они могут кинуть дым, а роботам это важно, потому что дымы нужны. Ну, в общем, слона спросите, почему спецы? Спецы нужны. Они могут захватить дроны, чтобы тот чинил роботов. Так что мне нужны спецы в качестве поддержки. А для того, чтобы был нормальный захват, я хочу заступников и вот так вот. Потому что я после этого, видите, из разведданных ушел, мог бы выполнить разбойное нападение, надо действовать по-другому. Что, жнец какой-то у меня, да? Не то поставил. Поторопился. Сейчас дизмораль у меня начнется. Что сразу после того, как ты трай запарываешь, даже вот после такого, типа, мелкого старта, все равно дизмораль. Надо на ком-то отыграться. Отыграюсь на советчике лучше. Погнали. Короче, я не настроен сегодня в XCOM играть, очевидно. Потому как все происходит. Капец. 3% крит. И здесь фланг вырисовывается. Эксперт Ранган. А он не добегает все равно. Нет, короче, хватит на сегодня. Я не знаю, надо отдохнуть, наверное, от XCOM. Рано я начал трай. Слишком тороплюсь, слишком часто ошибаюсь. Сегодня был у нас трай на такой, на абы какой. Ну, скорее всего, мы этот продолжим. Но давайте я лучше паузу от XCOM сделаю, потому что явно просто не с таким я интересом начинаю. Надо передохнуть.